Болельщики баскетбольного «Енисея» собрали корм для красноярского зооцентра «Друг». Корзины для вкусной помощи стояли на КПП перед входом на игру. «Енисей» встречался с командой «Парма» на арене «Север». Чтобы оставить вкусный презент для приюта, можно было прийти заранее на матч. Красноярцы приносили пачки с сухим кормом для собак и кошек, а в фойе работала фотовыставка с портретами бездомных животных. Можно было заочно познакомиться с питомцами приюта. Сейчас в зооцентре проживает около 70 псов. Все они ищут дом. Ну а зимой, говорят, общественники едят за троих, поэтому помощь от горожан пригодится. Совместно с баскетбольным клубом «Енисей» мы проводим благотворительную акцию. Приходи на баскетбол и помогай животным. Помимо корма можно приносить различные игрушки, ошейники, поводки. Можно рассказать своим друзьям и знакомым про то, что есть мы, про то, что есть эти собаки, которым нужен новый дом, с которыми можно просто даже прийти погулять. Общественники благодарят всех, кто принял участие в благотворительном сборе. Акцию помощи животным на баскетбольных матчах продлили до конца года. Ближайшая игра «Енисея» уже 9 ноября в арене «Север». Общественники приглашают всех на матч и по возможности предлагают принести с собой корм для собак и антибиотики. Они сейчас нужны зооцентру. Все собранные накануне упаковки уже перевозят туда, в зооцентр.